У меня потихоньку уже один он отцвел георгин. Вот здесь второй, там еще расцветают георгины. Вон там он расцветать будет, георгины. Вон там цветок георгин еще расцветать будет. Смотрите, как красиво. Такие вот. Папа, встань на малон ступиди. Ругает его. За что, не знаю. Так, все. Вон, какие вырастают лопухи вот эти вот. А это вообще, или в общем, дурман мой. У вас в России такого не растет. Он же многолетний здесь у меня. Сегодня мы жарим. Все, осень. Две астрочки расцвели, малюсеньких. Они не растут большие, они растут всего 15-10 сантиметров, да, просто? Нет. Лопухи начали расти. Ой, фу-фу, бабас. Решил. Фу. Вот, лопухи мои распускаются. Видите? Хоста. Хоста. Ай. Вот это. Туалу подсишь? Ага. Угу. Вот, видите? Геранька моя. И моя это самого, как сказать, петунья. Вон еще две петуньи, но навряд ли они распустятся. Вот такие вот дела. Ой-ой-ой. А видишь, что поливает, все корни выползли. Эти самые завяли. Пошли, как называется-то она? Цветок забыла, как называется. Здесь это самого... Витамины и хоста. Ой. Две хосточки. Я их не буду пересаживать пока в землю, пока они не вырастут большие. Я боюсь, чтобы они не завяли здесь, не высохли. Гортензии. Раз, два, три горшка. Вот. Ну, гортензия высохла. Почему, не знаю. Почему, не знаю. Все. Фу-фу-фу-фу-фу, баба Гирна. То гиржишь? Ругает что-то его, воспитывает, воспитывает. Как только... Автоины вилла Сан-Пиргус. Гиру-гиру. Смотрите, какой у него там забор на этой вилле. Да, у него там этот самый... Да, у него там вид из окна. Море и все наши долины. Отцвели, сейчас надо их пообрезать будет завтра. Новые распускаются, цветут и распускаются. Я отрезаю, цветут и распускаются. А там вон эти самые, как они называются, вот эти вот цветочки. Тоже их много. И начал расти алисум. Алисум скоро будет цвести. Здесь вот надо застилать чем-то, не знаю. Вот это тоже надо пообрезать. Я его обрезаю, он снова, он, видите, сколько выходит новеньких. Я потому что пообрезала его. Мне сказали сюда посадить вот этот цветок. Я его сажаю, он здесь не растет. Я вот сюда уберу, пересажу. Здесь посадила, он уже завял, здесь не вырос. Вот такой вот еще один посадила, два. Вот они, еще осталось от него. Не растет он. Жарко ему. Его надо, наверное, осенью сажать здесь. Вот один остался здесь, но это под кустиком нашего алисума. Вот видите, алисум у меня не пропадает. Он становится, не растет этот самый летом. А вот уже сейчас начинает, видите, все весь на бутонах, весь абсолютно. Сейчас подрастет и все вот это вот все распустится. Все вот это вот, все это на бутончике. Все это бутончики мелкие, видите? Они все вырастут. Ну-ка. Вот. Все-все это вон, видите, мелкие-мелкие бутончики начинают раскрываться. Все так же и другие. Там раз, два, три. Эти тоже я пообрезала. Снова пошли в рост. Траву здесь повыдергивала. Завтра, наверное, опять все обрежу. Эту фигню не могу выковырчить. Такой въедкий. Я сюда застелю этот самый рубероид. И здесь буду высаживать многолетние цветы. У меня георгин здесь есть. И буду. Ну, это все здесь застелим этим самым рубероидом. И посадим только многолетние цветы здесь. Ну, вон, видите, эти самые. Ну-ка, камера. Эти. Ирисы. Вот такие вот дела. Это все надо пообрезать. Они еще не отцвели, но все равно надо будет обрезать еще их.
Вот. Распускаются, распускаются. Фу-фу. Еще колбаска есть у Вайса пожарить. Вайс сделал мне мойку. Вайс сделал мне мойку. Она же у нас протекала. Все. Смотрите, деревья какие у меня выросли. Кипарисики большие уже выросли. Вот такие вот вон. Видите? Вот. Цветочки, а тот третий маленький еще пока. Этот самый. Как оно называется? Ваю, пошли гид автотолу луди. Буканвилия. Смотрите. Все-таки она у меня какая стала красотка. Все-таки она у меня вырастет. Она мучилась, бедная, мучилась. Вот цветочек вылазит. Вот. Тут цветочек вылазит. Все-таки она пойдет у меня. Как классно. Полтора года намучилась, но все-таки принялась. Я думала, вообще ее выдрали, выковырчили. Там ничего не было, помните? Весной приехали, ничего не было. Я думала, тут машины проехались, выковырчили и все сделали. Выдрали кто-то. Нет, все-таки растет. Вайс полил все это дело. Сегодня, вернее, Вайс Костас. Ладно. Вайс решил пожарить мясо. Захотелось. Мы вчера кушали в ресторане. Ужинали. Вот. Маленькая зарисовочка со двора с цветочками. И с мяском. Еще колбаска у него там лежит. Будет еще жарить. Мои мужики такие. Один в пижаме, а другой не знаю в чем. Как этого самого. Сейчас ТикТок поставлю видео. Кто не подписан, подписывайтесь. Мила Павлова, Ютуб. В Инстаграм Мила Павлова и Фейсбук Мила Павлова. И в Яндекс.Дзен. Русская, живу в Греции. Вась мне сделал умывальник. Он раньше тек. Здесь убрал все, почистил. Вот эту штуку. Там у нас штука такая была, винтик. И он испортился. Видите, все новое поставил. Все-все абсолютно новое поставил. Здесь вот эта штучка новенькая. Все это новенькое. Вот как выглядит старая. Видите, пошурпанная. Это новое. Вот. Там мусорный, смотрите. И все здесь заменило. Теперь у меня здесь не течет. Все снова составлю сюда. Все убрали. Здесь еще грязно, ничего не убрано. Полы не вымыто. Вернее, полы не вымыло. Чуть-чуть капельки где-то есть. Вот такие вот дела у меня. Теперь у меня моечка. Все хорошо работает. Костас уже кушает, да, Коста? Вкусно, Кост? Угу. Угу. Он завернул панцетта. Панцетта. Кусочек вот этого мяса. Колбаска. Бери колбаску тоже. И у нас есть... У нас свои макароны. Давай я тебе тоже макароны добавлю. Муку, муку. У меня есть пиво безалкогольное. Ты хочешь алкоголь. Ладно. А Коста скупил себе вот эту фигню. Коста, это, наверное, жгучая совсем сильно, да? Я просто не показывала, да. Один месяц уже прошел. Они вон сколько всего съели, потому что это... А давай, Кирилл, калиорексы, кофисты. Хартопицеты сехи, да? Нет, у нас есть. Да, нет. Кьюменом. Это калиорексы. Нам приятного аппетита. Костас уже все. Вкусно, да, Коста?